Дождь и ветер вновь сменятся высокими температурами, так говорят в гидрометцентре. В связи с этим власти Хакасии приняли решение вернуть особый противопожарный режим. С сегодняшнего дня в республике запрещено разводить костры и сжигать мусор. Без ограничений Хакасия прожила всего несколько дней. Противопожарный режим был введен 15 апреля, а в некоторых территориях еще в марте. Затем его дважды продляли и отменили только 16 июня. Сегодня погода вновь заставляет власти подстраховаться. Только за последние 5 дней в республике произошло 14 крупных лесных пожаров.